Сегодня, в час назначенный, мне хочется перевернуть еще одну страницу из придуманной книги со странным названием «Непокорные». Мне кажется, что почти в каждом доме, особенно у молодых людей, висят фотографии или плакаты с изображением, нет, не кумиров, но людей, которые своим творчеством будоражат самые глубины души. Виктор Цой. Он как метеорит, пронесшийся по нашему небосводу и канувший в небытие. И если даже кто-то не сможет понять, кто он и зачем был, он все равно оставил в каждой душе след, а это уже много. Словно мне дали подых. Было такое ощущение, словно стукнули разок, а теперь стоят, наблюдают. Что будет делать девчонка? Свалится, не свалится, заревет, не заревет, а я... Я просто уставилась в пространство. Я тупела, пока взмокшей ладонью прижимала к уху холодную трубку, откуда несется обалдевший голос. Колеса сошли на обочину, машина шла на большой скорости и сбила ряд оградительных столбиков. Прежде чем водитель сумел отреагировать, стал вновь поворачивать москвич, при этом ему развернуло: «Алло! Ты слышишь? Цой погиб!» Цой погиб. Группа крови на рукаве, твой порядковый номер на рукаве. Заснул, врезался автобус. Пожелай мне удачи в бою, пожелай. Это случилось 15 августа 90-го года. Вещи платить, но ты не хотел победы любой ценой. Ты не хотел никому ставить ногу на грудь. Ты хотел бы остаться живой. Живой, но высокая в небе звезда зовет тебя в путь. Виктор Цой погиб почти 2 года назад. Но почему его смерть не отпускает меня? Смерть вообще прозрение для живущих, продолжающих эту жизнь. Тот, кто уходит, уходит в бесконечность, но распахнувшаяся дверь не захлопывается сразу же вслед. Наступает нездешнее прозрение. Все суета-сует. Мы не так и не туда живем. Он пел для нас. Когда ему было 20, мы получали аттестаты и поступали в разные учреждения от ПТУ до вузов. Как и все мы, он придумал себе имидж, собрал их из тех душевных кусков, которые остались невостребованными в школе, в котельной, в очереди за водкой. Получился вечный мальчишка, вечный отверженный, в вечных черных лохмотьях. Потом вынес себя в свет. Мы все выносили себя в свет. Свет уличных фонарей, свет рамп, свет решений. Куда получалось, куда пришлось. Мы не так и не туда живем. А он бросил кочегарить, стал выступать с концертами, снялся в кино, съездил за гранку. Некоторое время они просуществовали параллельно. Виктор Цой – рок-звезда. И тот, кто просил пожелать удачи в бою, так по-мальчишески просил, по-франдерски, но недолго. 30 лет, видимо, предел мальчишеского возраста. Песен еще недописанных, с
сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе, где жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. Время прытью скачет от августа 90-го, а все, или почти все, что успел сказать нам Цой, постоянно кружится где-то под сознанием наших занятых голов. Мы не так и не туда живем. Те, кто пришел следом, не видят ни мельчайшего смысла носить траур. Они хотят куртки из натуральной кожи, хотят иметь достаточное количество презервативов, хотят быть независимы материально от замотанных родителей. 70-е, 80-е, мы все задыхались от лжи. Мы все чувствовали себя чужими на празднике той жизни. Мы хотели песен, не было слов. И мы повторяли, и это было почти единственной нашей правдой. Но слава Богу, настает иное время, и увы, это время людей, у которых есть день. Есть ночь. Крыши домов дрожат под тяжестью дней. Небесный пастух пасет облака. Город стреляет в ночь дробью огней. Но ночь сильнее. Ночью с ним ничего не могло случиться. Но пришла первая половина дня, он заснул, и он был из тех немногих людей, которых не мог подкупить уют духовного сопереживания, и бежал от гримасничающей фальши. «Закрой за мной дверь, я ухожу!» И опять странный звук зовет в дорогу. Может, сердце, а может, стук, дверь. Он не желал воевать без особых причин. Он жил по законам другим, и упал опаленной звездой по имени Солнце. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле. Одеяло в лоскутьях на ней. Город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым. Городу 2000 лет война.
его больше нет, то ощущаю, что одна в этом мире. Я жила песнями Цоя. Они были для меня девизом, целью, а главное – смыслом жизни. Такое впечатление, что наш урбанизированный мир уродит странной сутолоки, где снова в бою каждый сам за себя потерял один из по-настоящему одухотворенных ликов. Поэты не рождаются случайно, они летят на землю с высоты, их жизнь окружена глубокой тайной, хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев всегда печальны и верны мечте, и в хаосе проблем их души вечно светят тем мирам, что заблудились в темноте. В нашем слезах.
Перемен, мы ждем перемен.